Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Poco M5. И сейчас мы узнаем, как включить разблокировку экрана отпечатками пальцев. Для начала мы включаем наш телефон. Как вы видите, сейчас он вообще не заблокирован. Потом мы открываем вкладку «Пароли и безопасность». И здесь мы можем вот включить разблокировку отпечатком. Мы нажимаем на эту кнопку. Перед добавлением отпечатка нам нужно вообще в целом настроить защиту, поэтому мы включаем графический ключ. Нам нужно запомнить свой пароль. Когда кнопка стоит доступной, мы нажимаем «Понятно». Придумываем графический ключ. Потом подтверждаем, нажимаем «Ок». Что ж, теперь нам доступна настройка добавления отпечатков пальца. Мы должны несколько раз прикладывать палец к сканеру. Также этот сканер является и кнопкой питания по совместительству. Добавляйте ваш палец в разных положениях, чтобы потом не возникло проблем с разблокировкой. Вот так. Теперь предложение про добавку данных лица, но сейчас я этого делать не буду. Мы также можем здесь переименовать наш отпечаток. Я его сразу же назову Hard Reset. И нажимаем «Готово». Что ж, теперь у нас есть на данном телефоне отпечатки пальцев. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всего хорошего!